ноябре в России стартовала акция «Елка желаний 2023». Проект движения первых при поддержке Росмолодежи проходит с 2018 года. Благодаря ему дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок на Новый год. «Елка желаний» осуществляется во всех городах по всей России. Мечтатели, получается, загадывают желания на сайте, там могут быть различные желания, и, получается, даритель их должен исполнить. Даритель могут быть любой человек, это обычные люди, сотрудники, допустим, администрации, работники различных структур. В этом году заместители главы Каспийска Гусейн Ункилов и Сергей Шахвалиев, начальник управления имущественных отношений Айвар Аливердиев и многие другие исполнят мечты детей. 8 заветных желаний украсили елку администрации муниципалитета. Милана, Республика Дагестан, город Каспийск, 12 лет, мечтает о подарке сюрпризы. Милана. Будет и подарок, и сюрприз. Как отметила Арзо Абдулаева, предложение принять участие в акции представители администрации приняли с радостью и охотно согласились. Совсем скоро состоится вручение заветных подарков. Отметим, что за 5 лет существования проекта в нем приняли участие свыше 40 тысяч россиян. В акцию входят 3 вида желаний – материальные, нематериальные – это мероприятия и события, а также подарки-сюрпризы.